уважаемые журналисты. Спасибо, что откликнулись на наше предложение. Еще раз прийти на нашу очередную пресс-конференцию. В этом году Казахстан впервые присоединяется к глобальной инициативе. И мы надеемся, что наши футболисты увидят отношения между детьми, отношения, которые закладываются с детства. Это воспитание дружбы, воспитание человеческих качеств, воспитание чувства партнерства, воспитание к людям, которые имеют из других стран. И мы надеемся, что в будущем они будут футболистами, которые будут поддерживать девиз, который есть в Лиге чемпионов, девиз «Фрайбург». Мы очень рады сегодня, что присутствует представитель ООО «Газпром» Андреянов Иван Сергеевич, который последние два года непосредственно принимает участие в этом проекте, занимается этим проектом. И мы хотим поблагодарить наших акционеров в лице «Казмайгаз» и в лице ООО «Газпром» за великолепную возможность участвовать в этом большом проекте, который непосредственно патронируется Алексеем Борисовичем Миллером и Францем Бетенбауэром. Действительно, ООО «Газпром» уже третий сезон реализует проект «Футбол для дружбы». Мы его реализуем в рамках нашей программы «Газпром детям». И в этом году мы рады приветствовать футбольный клуб «Кайрат» среди участников данного проекта, данной социальной инициативы. Мы считаем, что эта инициатива очень важна. Она действительно находится под патронажем и контролем лично председателя правления Алексея Борисовича Миллера. Глобальным амбассадором проекта выступает легенда мирового футбола Франц Бекенбауэр. Третий сезон у нас будет, в завершении третьего сезона запланировано на июнь, приурочено к финалу Лиги чемпионов, который будет проходить в Берлине в этом году. И, соответственно, дети из футбольного клуба «Кайрат» примут участие в турнире, который пройдет накануне финала. А затем у них будет возможность прийти на стадион и лично увидеть финал Лиги чемпионов. Участие нашей команды в этом турнире пойдет только на пользу нашей команде. Также команда будет принимать участие в международных соревнованиях. И наши ребята будут представлять не только честь нашего клуба, но и всей страны в целом. Мы желаем, чтобы они в первую очередь ощутили вот эту всю атмосферу, которая будет происходить на этом турнире, так как участвуют 24 страны из разных стран. Это впервые наш клуб будет участвовать в таком большом, именно детском турнире. И мы будем стараться все время, чтобы поддерживать такие турниры, которые есть, они связаны именно с международной именно ориентацией. Участие нашей команды в таком крупном проекте, как «Футбол для дружбы», является честью, что мы будем представлять наш клуб «Кайрат» и нашу страну Казахстан. Мы надеемся, что это событие будет самым ярким в нашей жизни. И тоже хорошо, что в этом проекте, этот проект соответствует философии развития футбольного клуба «Кайрат». Также приятно, что посетим матч финала Лиги чемпионов, который пройдет в Берлине. Германия, Барганда. Сапасы жақсы ойын көрсетіп, тек Қазақстанның қайратын емес, Қазақстанның да атын шығарды. Бұл біздің өмірімізде мүмкін бірінші рет. Бірінші рет, иә. Қазақстан мүмкін бірінші рет, иә. Дайын боламыз ба? Дайын. Дұрыс. Серьезная будет конкуренция, хочу сказать, потому что, с одной стороны, вот, вроде сказали, это действительно дружеский турнир, да, но, с другой стороны, конечно, все-таки соревновательный момент, он, безусловно, присутствует. Вот. У нас будут заявлены сейчас серьезные достаточно клубы, у нас будет «Зенит», мы планируем, что будет футбольный клуб «Челси», вот, будет «Атлетико Мадрид», вот, ряд других очень серьезных клубов, так что... «Кайрат Алматы». «Кайрат Алматы», да. Так что мы надеемся, что турнир будет действительно очень и очень интересным. А финалисты будут играть непосредственно в Берлине у Бранденбургских ворот. Так что, да, это прям, так сказать, я думаю, что это тоже дополнительный такой серьезный приз для тех, кто выйдет в финал.
Вы знаете, когда у нас возникла вот эта идея, возможность, когда у нас обсуждалось по поводу включения Казахстана в число участников проекта, ну, я вам честно скажу, у нас не было никаких сомнений, что, во-первых, что Казахстан должен быть среди участников, и, во-вторых, что это должен быть именно футбольный клуб «Кайрат». Ну, вы сами, наверное, видите, да, то есть инфраструктура, понятная философия клуба, которая разделяет принципы проекта. То есть в нашем случае выбор обоснованный и выбор в достаточной мере очевидный. Вот. Что касается вовлечения Казахстана именно в третий сезон, ну вы знаете, у нас вот в принципе проект уже третий год. Первый год был такой, ну, скажем так, пробный шар был запущен, да. Вот. Уже во время второго сезона у нас уже были идеи по поводу привлечения футбольного клуба «Кайрат». И вот, наконец-таки, мы очень рады, что действительно в третий сезон мы можем поприветствовать футбольный клуб «Кайрат» среди участников нашего проекта. Хочу сказать, что выбор пал не случайно. Мы представили, что у нас на самом деле есть академия, что у нас на самом деле есть дети, которые занимаются, что у нас дети занимаются профессионально. Именно они по философии подходят именно для участия в этом турнире. Наверное, это одно из таких важных факторов.